Здравствуйте, здравствуйте. Редакция «Момент истины» продолжает свою рубрику «Вопрос депутату». Теперь свой вопрос вы можете задать, используя мессенджеры WhatsApp, Telegram или Viber. Лучшие вопросы будут озвучены в эфире нашей программы и также переадресованы для более подробного разъяснения по этому вопросу депутату Государственной Думы. Ждем ваших вопросов. Добрый день, меня зовут Анастасия, мне 24 года, проживаю в городе Тула. Я встала на учет по беременности в женскую консультацию. Там сообщили, что мне положены пособия беременным для малообеспеченных семей. Я обратилась по месту работы за выплатой, но мне отказали. Разъясните, пожалуйста, действительно ли есть такое пособие и где его можно получить. Заранее благодарю. Кейс от Ветлужки, сегодня пособие беременным. Профсоюзы настаивали, президент озвучил, а Госдума приняла закон, что если по медицинским показаниям женщина встала на учет в ранние сроки беременности, а в семье средний душевой доход ниже прожиточного минимума на человека, то ей будет выплачиваться с 1 июля пособие в размере половины прожиточного минимума на человека в регионе. Пособие будет выплачиваться через Пенсионный фонд России. Знайте свои права, смотрите кейсы Светлужских. Хорошего вам настроения!